Здравствуйте еще раз. Сегодня 7 октября. Я нахожусь на набережной Адлера, где я купался. Вот здесь, на набережной, у них есть прекрасное место. Бассейн. И водные горки. Вот смотрите, это все бассейн. Вот там колесо обозрения. А это все, что кричит, это дельфинарий. Там представление стоит 500 рублей. Я не стал брать 500 рублей. Это нормально. Вот, я на набережной в Адлере снимаю. Вот такое прекрасное у них место. Они им гордятся, я думаю, наверное, гордятся. Бассейн очень большой. Наверное, сюда билет стоит сколько-то денег. Очень большой. Вот водные горки, да? Вот эти бассейн, да? Вот лежаки. Ну, тут очень мало людей. И вот смотрите, он подо мной. И вот сейчас я его обозрение вот отсюда, да? Вот смотрите, это морской парк Акватория, да? Откуда кричат, видите? Морской парк Акватория, откуда кричат. И вот этот бассейн, вот он простирается у меня под ногами. Он очень большой, очень большой бассейн. Бескрайний бассейн, видите? Он бескрайний, как море. Он очень бескрайний бассейн. Вот смотрите, да. Бассейн бескрайний. Вот у него набережная вот эта. И вот он простирается, смотрите, вот бассейн. Я в увеличенном виде, поэтому может быть показаться, что очень большой бассейн. Спасибо за внимание.